Нью-Йорк, Лондон, Париж, Милан. Ребята, сейчас у меня на обзоре и уже сегодня в продаже старенький винтажный такой вот парфюмчик объемом 7 миллилитров под названием White Linen или Linen с такой вот золотистой ракушечкой. Строгих каких-то замечаний по упаковочке, по этой коробочке я не обнаружил. Такая вот слегка чуть местами вот чуть-чуть загрязненная, но это быстрее всего вот был тут ценничек какой-то или такая вот как контролька заклеена. А вот с этой стороны вот она еще сохранилась. Ребят, но скажу вам честно, запах отвратительный, мне вообще не зашел. Вот такое состояние вот верхней крышечки. Вот она так, вот эта контролечка как-то тут вот приклеилась. Вот она. Видите, золотистого цвета. И вот же само содержимое. Вот этот пузырек. Смотрите, оп. Оно. Небольших таких размеров, золотистой такой вот крышечкой и с такими вот висюльками. Да. Ну, запах вообще от слова вообще не зашел. И вот еще нижняя упаковочка. Девочки-мальчики, продаю этот экземплярчик без претензий и возврата. Вот все максимально детально показал. А, еще, кстати, такой вот вопрос. Вот она закрытая, смотрите, видите, как-то она тут болтается. Такое ощущение, что чего-то здесь не хватает. Но я продаю то, что я вам сейчас показал. Вот коробочка и вот этот вот пузыречек объемом 7 миллилитров. Ссылочка в описании. Переходим. И сегодня она уже, этот парфюмчик уже сегодня в продаже.